Всем здравствуйте! Давайте сегодня нарисуем кусочек тортика на ногтике. Покрываем ногтик любым цветом. У меня это светлый зеленый. Светло-коричневым цветом с переходом в темный коричневый прорисовываем кусочек тортика. Не забывайте белым цветом наметить место, где будет крем. Возьмем красный, темно-красный, фиолетовые оттенки и нарисуем ягодки. Смешивая зеленые оттенки, нарисуем для ягодок листики. На вишенках нарисуем хвостики. Детализируем наши ягодки.
Белым и розовым цветом нарисуем крем. Добавим еще немного шоколада сверху. Мне захотелось добавить брызги кремом прямо на ноготке. Перекроем все топом, и наш дизайн готов.